Привет всем. Брелок Starline А92 диалог. И здесь такая проблемка: не включается, не отключается, то есть беззвучный режим сигнализации. И вот я сейчас покажу вам. Вот подключаем. То есть переводим настройки, да, значок включения звучного режима. Вот. Делаем выбор, но все равно остается на беззвучном режиме. Я нашел выход ситуации. Можно и на беззвучный поставить, попробовать, да? Вот, как видите, ничего не получается. Вот, значок беззвучного не меняется на звучный. Я, короче, нашел выход. В моем случае это помогло. То есть отключаем блокировку машины, да, то есть машинку открываем. И просто ждем, пока она закрывается. Насколько я знаю, когда вы открываете машинку, но не открываете двери там, то она сама закрывается в течение нескольких секунд. Где-то 30 или 40 секунд ждете, и она сама закрывается. И должно включиться звучный режим. Вот видите, вуаля. Значок звучного режима включен. То есть таблетка такая. Ну, ставьте лайки. Всего доброго, друзья.